Активисты Одинцовского отделения «Единой России» ознакомились с работой Центра диспансеризации здоровья Подмосковью на улице Маршалова Березова в Одинцове. Там разместились процедурные и диагностические кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. Для посетителей доступен первый этап диспансеризации. Они могут получить консультацию врача-терапевта и пройти углубленное обследование. Инспекция прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.